что делают фронт, что надо для фронта. Но и непосредственно на поле боя она выполняла свои функции. Здесь она была, была боевой подругой. Она вынесла, выносила бойцов раненых с поля боя. Это совершенно такой случай, это случай особенный, когда вся прислуга орудия была перебита. Перебита оказалась только лишь сам дружинница. И нужно было танки-то шли, вот они танки. Это долго ждали женщин, матери, дочери. Долго ждали. И в это время происходит салют победы. Вот о котором вы говорили, да? Это 9 мая. 9 мая в Петербурге. И вот это вот тоже вот салют. Вот салют, спалек из гвозди. Вот салют он из гвозди. Спасибо, друзья.